Вот подъехал Роман на машине. Первую машину разгружать. Камень нагрузили там. Здесь переход сделанный. Володя делал 6-метровый над водой. Переходить туда. О, выворачивай, выворачивай! Роман, подожди, подожди! О! Выворачивай выше. Давай, 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 давай. Во-во-во-во-во-во. Давай еще. Еще. Хорош. Вот эту вот открой как следует. Она не открылась. Посмотри, сам, подойди, посмотри. Я думаю, уже ничего не сделать, как раз. А что ты сделаешь еще? Ближе туда не ну, никак... сейчас он сюда упадет. Туда даже не покосит. Ну, некоторые упадет там, вытащим. Думаю, хорошо заехал. Ближе туда никак, там стена мешает. Если это сено. Потом же все равно еще несколько машин будет, поэтому сейчас нормально это. Если бы взял тут сено-то, тогда дело другое. Ладно, пробую. Ну давай. Ну давай, отъезжай. Дышит такая. Давай. Во! Вот все дорвай. Сейчас выйди оттуда, помоги. Ударились в воду тут камни. Пылища поднялась. Ну, кое-какие камни упали в воду. Давай-ка мы сейчас вот это спихнем сено, и потом рядом вот здесь будешь валить, а то ко мне 5 улетело туда. Потом, если надо, мы, может быть, даже достанем. Вот сюда надо убрать. Так, подожди минутку. Вот мы опять приехали, второй рейс с камнем. Роман, малыш, совершенно незаменимый. Тебе на покосе, на машине никого нету. А он
Вот здесь сейчас камень будет вываливать. Вот первая куча у нас так получилась. Сено сбросили с дороги. Давай. Еще. Давай. Еще маленько. Маленько еще, чуть-чуть. Хорош. Во, вываливай. Вот тут вода, это все бульдозер завалит. И вот где показываю, сейчас этот борта сравняем и сваи вот такие забьем. Может просверливать под них будем, чтобы весной вода. Пауты заели. Вот пока едем дорогой, несколько сот паутов забил. Фуражкой бью. Маленько еще назад можем сдать. А, назад нельзя сдать. Видишь, это у тебя сильно боком. Ты если бы больше вывернул, вот так вот подставь. Я вижу, там колесо уже стоит на этой. Ну ладно, если бы ты вперед прошел, вот так подзавернул, вот это колесо, чтобы вот сюда встало у тебя. Проехал вперед. О! Хорош! Хорош. Подожди. Ну ладно, давай. Еще. Ну, хорош. Маленько, еще чуть-чуть. Хорош. Все, вываливай. Во. Мы жерди отбросили дальше. И тюк сена сбросили, это саманить. Ну, а тут глубина-то больше полметра нет воды. Вода. Потеряет. И сегодня у нас 19 понедельник, 19 июня. Все, подготовка идет. Воду даже. О, Роман, вообще классно. Так, сейчас я посмотрю, что у нас тут получилось. Отлично, просто лучше нельзя сделать. Главное, бульдозеру ход свободен. Вот что надо сделать. Вот так. Видите?
вообще шутка. Все. Разгрузка идет прекрасно. И здесь эти наши сваи. Сено, тут все как надо. И здесь он прям вплотную подошел. Это первый мостик называется. Ну, без Романа Малыша мы бы сегодня ничего не сделали. Вот эти опилки, он каждую, видите, с четырех сторон запилил. Вот с четырех сторон. Попробуй потиши, чтобы заострить. Вот. Так соль много, что ли? Ну, он просто носить много. Вышной. А так вообще-то. Ну ладно. Роман решил немножко ополоснуться. Вот как сколько понавозили. Сколько камня. Естественного камня при том. Тут вода хорошая. Даже если напьешься, ничего не будет. Что-то настоящая какая-то похожа. Это она движется, вода, все время. Очень медленно. Здесь она на одном месте как будто стоит, а на самом деле она прибывает и утекает. Уменьшить здесь нельзя воду никак. Больше не будешь? Да все, хватит. Ну ладно. Я думал, ты купаться будешь. А вот лага. Это лага. Это происхождение их после нового потопа, когда размокла земля и уходила. Вот она, лага идут. И все они соединяются в один лог, который уходит где-то в Караганду под землю. Засыпает деревья. И получился уголь каменный. Это абсолютно точно. Даже никаких теорий не надо. И вот вываливается камни. А теперь я зашел. Самый низ, тут жерди лежат. Сено это самый низ. Сваи. Вот. Вот. Вот как. Сколько наворочил. Еще одну. Все. Роман молодец. Сыны ему нет. Так легко с ним работать. Вот это первый мостик. Бульдозер будем сегодня заказывать и выходить туда.